Ну вот сегодня очередной у нас подготовка стряпанию хлеба с братом. Вот. Какой у нас сегодня? 4 декабря? А, 5. 5. Это вчера 5, был, да, праздник. Угу. Вчера введение во храм был интересный праздник. Самый интересный праздник из всех праздников. Да. Введение во храм. Ничего об этом не сказано. Но такое было. Вот ты хотел поделиться, да? Христу и Богородицу ввели во храм. Брат Владимир замешивает тесто. Да, сейчас дружно размешал. Я от бабушки слышал еще, по-моему, даже от прабабушки, что само тесто вообще, вот этот процесс, он любит некую такую духовность. Но они не могли сказать духовность, а чтобы все было мирно, чтобы все было, знаешь, так тише и благодать. Да. И хозяйка должна отдать душу в это тесто. Вот первый раз у нас с тобой, ну, можно сказать, не то, что не получилось, а просто там не знали, как с этими формами обращаться. Ну да. А второй раз уже все легко и просто получилось, потому что, ну, не хотели много масла, в общем, если что, греха-то таить. Не хотели много масла употреблять растительного. По некоторым причинам, ну, которые у нас всегда эта причина существует. Понятно. Просто нам преподали по инструкции, а как они сами делают, они этого не сказали. Да, это, скорее всего, мы это сами догадались просто и все. Потому что там какой-то одной ложки, но все три формы, это никак не хватает, поэтому смазываем обильно, и все, она нормально выходит, отстает потом. Ну и никто не жалуется, что это тесто на зубах вязнет от масла. Нет, все нормально, ничего там нету. Есть же поговорка, кашу маслом не испортишь. Кашу. Даже и тесто. Кашу маслом не испортишь. Тем более вот это холодного отжима масла, оно очень полезное. Да. Мне хирург. Мельник от Мельника. Казанцев Александр Васильевич читал лекцию. Прям. Сел рядом со мной на кроватке, собрал всех нас в палате и прочитал нам лекцию. Что можно вкушать, чтобы не было жира много. И первое самое, это никогда не нагреваемое вот это масло, оно холодного отжима. А вот это масло, которое светлое, оно, ну, уже теплого отжима. Все равно уже там нагревает его, чтобы оно светлить его. Его, говорит, холодным через фильтр нельзя пропускать, не будет того эффекта. Поэтому его все равно подогревает, говорит. Самое странное, что он сказал, что вот эти самые полезные вещества, которые находятся, и которые не образуют никаких бляшек, и все, это для нас, сибиряков, это селедка соленая и сало соленое. Почему-то я селедку люблю. Ну, я тоже селедку очень уважаю. Вот хочу масло показать. Вот она от Мельника у нас. Ну, алтайское масло, оно что там, да, говорить? Не рафинированное, да. То есть. Алтайское вообще все славится. Что масло, что макаронные изделия, мука, мед, орехи. Ну, то есть такое вот натуральное все славится очень. Масло вот получено. Сахар. Да. Масло получено способом холодного прессования. Обладает высокими вкусовыми свойствами и максимальной биологической ценностью. Обусловлено наиболее полным соотношением в нем биологических активных веществ. Ну, как-то попроще могу, в принципе. Биологически активных, это значит, в нем содержатся такие микроэлементы, которые мы, люди, не понимаем, что они нужны. Но они в очень маленьких процентах содержатся в крови, допустим, от доли белка, жиров, углеводов. Но они нужны, микроэлементы. Допустим, какие-то частицы металлов, калий, магний. Это же все металлы. А как металл будет у нас дергаться-то? Никак, только в микроэлементах. Микроэлемент — это, ну, типа бактерия такая маленькая. Для чего она нужна? Для чего нужна? Чтобы состав крови у нас был такой же, как и у Земли. Чтобы наша перть состояла из того, из чего Господь сотворил Землю. И все, что на ней. То есть мы из всего этого состоим. Вот почему. Не потому, что там что-то там элементы бегают и прыгают, мы ничего этого не знаем. Мы сидим вот, и все. И вот поели, допустим, попили, вот выпили, вот чай, допустим, вот глотнул я. Вот глотнул. Даже я как глотнул, я не понимаю. Ну да. Я мое дело, вот, что я знаю, это вот поднять, я захотел пить. А почему я захотел, я опять не знаю. Мне удивляет то, что как гортань различает воздух и пищу вообще.
удивительно. То есть распределяет. Я не понимаю, как люди могут думать о себе, мнить много. Это вот гордыня, это действительно вкладывает сатана. Так как он, конечно, он никогда не болеет, у него никогда боли не будут. Он может издеваться над Господом Богом, кощунствовать. Ну вот сейчас, сколько захочет. Почему? Потому что он знает, кончина еще там, в конце его будет. Там его действительно ждет вот этот гнет, когда он почувствует, что такое боль, вселенская боль. Всех тех, кого он убивал, все тех, кто погибли, те все, кто мучился в совести, когда он их заставлял грешить. Все это падет на него тогда. А теперь-то ничего не падает, он не знает, что такое боль. Почему он и завидует людям, как говорят, почему сатана это сделал? По зависти, как написано у Тимофея, 2 Тимофея. Новоначального, говорит, не ставьте первенствующим. Дабы он не впал, как и сатана, по зависти, в гордость, в прелесть. Это Златоуст же на это внимание обратил. Да, 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 интересно, да, это, что так-то никто не знал бы, как тут. А какая зависть может быть? Ну, потому что о том, что Господь беседовал с Адамом, мы знаем, и как он еще, главное, Адам спрятался, а Господь тут пришел, как по обыкновению своему, побеседовать с Адамом, да? Да. Вот как мне все-таки нравится вот общение, братья, духовное. Я думаю, поэтому люди, наверное, и смотрят вот ролики. Я смотрю, там вот ролик был, где мы там сидим. Брат, надо еще муки добавить, тебе не хватит. Ага. Прям иди, пока у тебя руки не все. Полножком, да, прям добавь. Или, стоп, не так. Ее поставь, возьми вот белую ту десятку и половину ее возьми. Не-не-не. Да, ничего страшного, я потом сполоснешь, да и все, мелочи. Вот сюда отсыпешь, что надо, давай. Потому что у тебя еще больше выходит. Половинку вот этой возьми. Вот сюда. Половинку. Много не надо. А потом пересыпешь, что останется, да и все. Ладно, все. Потому что, ну, интересно наблюдать непосредственное общение. Когда ты не держишь сердце на брату, нет у тебя за пазухой, как говорится, камня этого. Тогда, ну, и почему люди вот там в комментарии пишут: о, нам нравится там ваше общение такое простое. Потому что живое, да? Ну да, живое, видать, общение, то, что мы еще знакомы так, и тем более духовно знакомы, через Слово Божие. И вот, вот эта интересная духовная составляющая, оно, то, что вот должно хлеб подойти. И хлеб является самым важным питательным элементом для человека. Почему? Я думаю, что опять же здесь не материальное присутствует, а именно духовная составляющая. Потому что Господь первый самый закон дал, ну самый первый заповедь это не ешь от плода, не вкушай, а вторая заповедь была уже трудиться в поте лица своего. Ибо, говорит, земля проклята за тебя и произрастит она тебе тернии и волчцы, и в поте лица своего будешь есть хлеб свой. Понимаешь, уже заранее сказано хлеб. Хотя сейчас вот ученые смотрят там, разные находят, старые-старые раскопки делают, и хлеб как таковой не был таким, как сейчас. Ну, то есть вот пшеница эта, из которой хлеб произрастает, она не была такая. Она была беднее намного. Тоже были колоски, но там было всего по нескольку зернышек. То есть люди как-то поняли, что ее есть-то можно. Но человек всегда, как маленькое дитя, все в рот тянет. Ну и тогда тоже тянул, есть-то хотелось. Животное просто так поймать не удастся тебе. Рыбу тоже, она скользкая в воде живет, пока научились, как что. Самое легкое было. Почему Господь и сказал: произрастит она тебе тернии волчцы. Не сказал же Господь: и не сможешь ты допрыгнуть до птицы, я тебе поэтому даю маленький прыжок всего на метр от земли, а птица пускай летает километр от земли. Ничего же не сказано этого. Или там что, зверь будет быстрее тебя, поэтому ты его не поймаешь. Нет, именно было сказано про труд. Трудом надо было добиваться. Как бы уже такая подсказка. Адам, наверное, все время размышлял над этими словами Господа и пришел к такому выводу. А ведь Господь-то говорил о каком труде? Надо эти колоски, наверное, доставать. Он же увидел, что они опять растут. Как-то все это... Человек же узнал об этом. Вот что интересно, в раю-то Господь Адам это сказал наблюдать за этим, за садом. То есть не просто он дал ему лежать там на песочке где-то греться, греться. Вечность, да? Да? А дал ему труд именно. Труд дал. Ну, я не знаю, заповедь это или нет, наверное, это все еще не заповедь все-таки.
а для того, чтобы он со скуки просто не помер. Ну, мы сами по себе понимаем, что это такое безделье. То есть, когда ты вообще ничем не занимаешься. Я думаю, что вот это человеческое оставил Господь ему как свободу выбора. Почему? Так как Господь свободен, но он свободен только на добро. А человек, он был свободен, но он должен выбрать. А Господь уже самосущное добро. И поэтому, чтобы он действительно осталась эта свобода, Господь ему дал этот выбор такой. И первым делом ему нужно было согласиться с тем, что животных человеку хватит вот за глаза, чтобы жить и с Господом общаться. А человеку не хватило. И Господь увидел, что ему не хватает этого. И, ну, так как он сердцеведец и все это заранее знал, и он понял, что ему нужен человек, подобный ему, помощник написано. Так что женщина — это помощник. Так иногда женщины начинают задирать нос, когда больше мужчин получают. Но это ничего не значит, это последнее время. А до этого это было, женщин только оскорбляли. Женщины редко когда по любви там выходили или еще как-нибудь. Всегда их выдавали за кого-то, или их силой брали, или обманывали, или подкупали. Ну, в общем, редко там по любви там все. А сейчас столько разводов именно потому, и не было столько разводов. Сейчас разводы, что ищут по любви. А любовь-то не понимает, что такое. Любовь-то у них только похоть. И начинают друг дружку проверять. И только это, если спросишь, так это у тебя первая, какая первая, ты что? Я там уже проверил штук 100 или там 200 проверил. Ну и что, как твоя проверка? Я ищу твою вторую половинку. Вторую половинку, вот это слово придумали. Вторую половинку. Какую половинку? Два целых существа. Половинки какие-то придумали. Два целых существа. Оба достойны, как сказал Господь, Царства Небесного. Но смысл этих слов можно понять. Женщина и лопнул сосуд. Два одной плоти, Господь сказал. Понимаешь, и они почему-то понимают, что это половинка. Значит, половинка — это значит четкая половинка. Но ничего подобного, нету этой половинки. Как говорят, если жена замужем, не говорят, что мужчина за женой, а говорят, что жена замужем. Если она твердо стоит за мужем, прикрывает его тылы, как говорится. Как в той притче, помнишь, когда пришел два товарища, там, говорит, а ты что, в своей жене уверен, да еще как уверен? А как ты проверяешь это? Ну как проверяю? Вот уезжаю я, и вот она там одна ведет хозяйство, и все. Она долго уезжаешь. Да бывает и на 3 года. Представляешь, что какие командировки были раньше. Путешествовали-то на кораблях. Медленно все было. Ну и что? И он говорит, ну хорошо, давай заключим с тобой пари, что я это, ну, как бы посрамлю тебя в твоей уверенности, что у тебя жена такая. Ну, он уехал, когда тот пришел к его жене. Она сразу поняла, куда нос по ветру он держит. Ну, пойдем его. Вот сюда в комнату заходи. Все, раз за ним закрыла, это подземелье оказалось. И прожил он там почти 3 года, пока муж назад не стал возвращаться. Выпустила его навстречу мужу своему. Ну, как, говорит, жена. Как, говорит, у меня жена. Лучше бы, говорит, я век не знал, что у тебя жена есть. Так что не пишется про женщин, что женщина — это только стервы там, порочные там и так далее. Пишется, что есть и добрая жена, 31-я книга Сирахова, и огонек у нее уже горит с ночи. В притчах, да, и Сираха тоже есть. И в притчах, да, 30 глава, что горит у нее огонек с ночи уже, и утром-то она там уже за прялкой, и уже готовит все. И детей-то она воспитывает. И спасется, говорит, через чадородие, если будет детей воспитывать во Христе. Ну вот как у нас Настя до конца, вот сколько она. Ну, я считаю, это, наверное, дети самые, как говорится, открытые дети. С ними можно побеседовать, вот они сидят на занятиях и так далее. Ну, еще Галя у нас Загуляева тоже. Ну, с Надей Двух это тяжелее. Почему-то на занятиях она с детьми ее не видать.
как обычно, вторая половинка у тебя идет, которая не очень горит. Ну да, наверное. Так, и вот мы сейчас создаем атмосферу. Брат заводит этот хлеб самый, который уже дается не просто сторица, я не знаю сколько, да? Уже сейчас скажу, в Америке у них на гектар, ну, наверное, такой период гектар все-таки, бывает в Канаде до 90 тонн, по-моему, на гектар. 90 тонн перед 90 центнеров. Я сейчас тут не скажу тебе, какие же я объемы-то слышал. А у нас всего 16 центнеров, наверное, центнеров это все измеряется. А у нас всего 16 было в Советском Союзе. Сейчас в России не знаю, но говорят, сейчас первый урожай был в том году, который подошел к советскому урожаю, который был как средний урожайчик. Но это и понятно, у нас Казахстана нету. Попробуй ты. Приди к этому знаменателю. Итак, песнопение. Вот такая книга, «Песнь Возрождения». Это баптистская. Сборник гимнов баптистский. Так что тут они пишут. Они ничего не пишут, вот просто начало и все. «Песнь Возрождения». Типа как Библия. Указатель песен. Ничего, нигде выпущено, сами выпускают, можно сказать, на своих типографиях. И вот новое песнопение разучиваемое. Я сейчас попробую его исполнить. Как раз обкатать немножко, так сказать. 99-й пункт песни. Ему имя чудное, ему имя чудное, вечное и святое. День великий судный, будет он судьей, будет он судьей. День великий судный, будет он судьей. Ему имя славный, образ божества. Царь небесдержавный, ангелов глава. Ангелов глава, царь небесдержавный, ангелов глава. Ему имя слово, слово вечный Бог. Без его покрова, мир бы жить не смог, мир бы жить не смог. Без его покрова мир бы жить не смог. Ему имя верный, вождь, мудрец, пророк. Он в любви безмерной, нас из тьмы извлек, нас из тьмы извлек. Он в любви безмерной, нас из тьмы извлек. Ему имя нежный, пастырь Божьих стад. Океан безбрежный, милости отрад. Океан безбрежный, милости отрад. Он первосвященник мощный и благой. Грешный миропленник, в нем нашел покой, в нем нашел покой. Грешный миропленник, в нем нашел покой. Он советник дивный, людям в час невзгод. И на вздох призывный, он тот час идет. И на вздох призывный, он тот час идет. Он лоза святая своего отца. Вере возрастая, льнут к нему сердца, льнут к нему сердца. Вере возрастая, льнут к нему сердца. Ему имя чудное. Ему имя чудный, вечный, святой.
В день великий судный, день великий судный, будет он судьей, будет он судьей. В день великий судный, день великий судный, будет он судьей. Будет он судьей. Аминь. Аминь. Как тебе песнопение? Отлично. Главное, прям по Слову Божьему, да? Уж не скажешь, что тут сектанты составили еще что-нибудь. Мне даже удивительно. Почему нет массовых братаний баптистов с православными, да? Ну вот. А все потому, что... Общего знаменателя нет. Общего знаменателя. Должно быть три благодати. Благодать. Призывающая. Благодать. Обращающая и благодать освящающая. Просвещающая или освящающая. Освящающая. Освящающая благодать присутствует в православной церкви. Никакого призыва к рождению свыше, никакого обращения, чтобы люди отвернулись от грехов, веровали во Христа, в кровь Его святую, потому что только Он может спасти человека, ибо нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись. Аминь. 4.12. Деяния святых апостолов, 4 глава, 12 стих. Ибо так возлюбил Бог мир, дабы никто... возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Евангелие от Иоанна 3.16. Спрашиваешь вот сейчас любого можете спросить в храме. Не в храме только, в храме не надо спрашивать. За ограды церковные, которые выходят, подойдите и скажите. Вот сейчас вы молились, я тоже тут молился. Скажите, а как вот эта вечная жизнь? Как мы туда войдем в нее? И этого достаточно будет, чтобы вас признали сектантом. Как этот юноша подбежал ко Христу, так говорит, как у него наследует жизнь вечная, да? Да. У нас таких даже не найдется православных, которые... Это говорит, и там в одном месте написано, что это был законник, то ли это были разные люди, как-то там толковать тоже не приходит к одному. То ли он уже был такой молодой, а законником уже был, я думаю, по богатству. Люди богатые, обычно образованные люди, то есть начитанные. Ну да, у него хватало, конечно, его, видать, с детства родители воспитывали. И он родителей потерял, потому что имение было его, вот в чем дело. А молодость, она же способствует тому, чтобы все грехи, особенно грех, вот, любостяжание, он процветал просто в душе. Ну, это сатана способствует. Для чего? Для того, чтобы можно было исполнить то, что ты задумал. У тебя мечты, там, пока ты молодой, там какие-то огромные. Когда уже в старости человек понимает, что у него сил не хватает, уже ясно. Знакомства там не помогли никакие, там да образование тут, не помогло. Тут обжегся, там тоже. Да, ты уже понимаешь. Да. Когда старше становишься, то совсем многое понимаешь. И это так оно и есть, это по-другому никак. Почему и очень, очень сильно всегда во всей литературе, в нормальной литературе, классической, просвечивается, что старый человек, он мудрый. Почему Господь говорит, не на семерых, это, троих не понимаю, а четвертое для меня непостижимо. А, путь женщин. Путь женщин, надо к путь ему и так далее. И говорит, ненавижу, вот есть шесть, что я ненавижу. Да. И там написано, там, в одной из этих шестерых, что человек-старик, который расцветает в своих блудодеяниях. То есть как бы не добрал. Да, как бы что-то у него юношеское осталось. Вот, а юношеское это что? Там Господь и говорит, что и от юности, зло от юности было это. Почему и в шестой главе книги Бытия. Зло от юности в человеке присутствует. От юности. То есть, раз ты от юности зло, а когда добро придет? Когда ты будешь сидеть у порога, написано, у порога старца, праведника, когда ты будешь там отирать его пороги с раннего утра, тогда к тебе она мудрость и придет. И вот почему книгу Сирахова Сирах составляет и говорит поэтому, что ну,
В других переводах там, может быть, как-то это будет по-другому звучать и так далее. Но я хочу в простоте вам рассказать, как ну, воспитание должно какое прийти. Ну, это вот почему и мне часто задают вопрос, а почему ты живешь рядом с Игнатием Ильичем? Ну, одна из целей, конечно, набраться вот именно этой мудрости, то есть опыта духовного. Ну и самому, как говорится, тоже, что. Потому что бывает, один человек не может тянуть духовно. То есть вот я сейчас свой дневник, вот смотрю старый, я встал то в 4.40, то в 7.40. То есть в разнобой вот так вот, то есть по-разному. Потому что постоянства не было. А с Игнатием Ильичем уже постоянство, 4.40 все время стоит. То есть у него уже опыт есть. Ну вот это один из пунктов только, да. А так, да, но там еще их много. Конечно, много. Знание Слова Божие должно быть. На знание написано надмевает. Тут брат на занятиях сказал. Так это, знание же надмевает. И к Слову Божию взял это, обратил. Ну как знание Слова Божие может тебя надмевать? Знание Слова Божие может тебя только укротить. А Соломон же об этом говорил. Что-то приобретая знание, что-то больше грусти или как там, или печали, что-то такое у него есть, процеживаться. Это один стих Писания. Не, ну это ты... Много... Во многой мудрости много печали. Это книга Экклесиаста. Да, то это понятно. Опять же, мудрости, какой мудрости? Он же про мирскую говорил, он же не говорил про знание Слова Божьего мудрости. Ну, ему же само же дано было. А знание Слова мудрости говорит нам в притче, первая глава, начиная. А ты возьми Библию, пожалуйста, на полочке у меня там. У меня тоже есть. А, давай свою Библию. Первая глава, и там прям четко говорится о знании Слова Божьего. Там только об этом и говорится. И такая книга Иисуса Навина, которую мы заучить должны вот на занятиях. Первая глава, 8 стих. Уже и да не отходит вся книга захода от уст, и получайся мне день и ночь, ибо так поступая, дабы в точности исполнять. Все, исполнять все, что написано, в ней написано. И тогда ты будешь успешен в путях твоих. Путях твоих. И будешь поступать благоразумно. Поступать будет правильно. Так что говорил Питер? Притчи? Притчи, первая глава. Там 7 стих говорит о страхе Божьем. А дальше говорится о знаниях. Премудрость. Премудрость на площадях и так далее. Премудрость-то никто не понимает, что это такое. Ну дай простому человеку. 20 стих, вот, ну, возьми вот 20. Нет, это псалтырь. Вот, 20, да. Книга притчи Соломоновых, 1 глава, 20 стих. «Премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой. В главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою. Доколе невежды будете любить невежество? Доколе буйные будут услаждаться буйством? Доколе глупцы будут ненавидеть знания?» Вот. Это прямо ко мне. Еще есть у нас один лидер, которому ничего не надо. Зачем мне это нужно? Кошмар. «Обратитесь к моему обличению». А что говорят, не обличать, да? Обличение. Да тут много что есть. «Вот я изолю на вас дух мой, возвещу вам слова мои. Я звала, и вы не послушались. Простирала руку мою, и не было внимающего. И вы отвергли все мои советы, и обличений моих не приняли». Вот как ты вот это вот с 20 стиха вот понимаешь, вот с 20 начинаем. Премудрость на площадях, на главных, у главных ворот там и так далее. Вот как ты вот это понимаешь? Ну, премудрость, давай сейчас договоримся, что такое премудрость. Что такое премудрость? София. От Бога. Ее вообще сделали четвертым лицом Троицы. Троицы, нет, четверицы уже. Ну, да. Придумали уже, что София что-то. Премудрость, что это? Премудрость конкретно, это Христос. Да. А Христос нам дал заповеди. И вот эта премудрость, здесь говорится, это Ветхий Завет еще, когда это говорилось-то, уже тогда о Христе это говорилось. Слово его, премудрость, это... Вот этот закон Бога, будем так говорить. Закон, который нужно исполнять. Все, что Господь говорил, все, что до этого вот было написано, все, что до этого, это все человек должен знать и исполнить. Вот чем, что такое премудрость. Да, и тогда, да. Да, и тогда ты не будешь вот тем, как там, где дальше говорится, что я звала тебя, вы глупцы не послушались, потом там дальше на вас придет ужас. Ужас, как придет на вас, мрак вас постигнет.
Зато я и посмеюсь в вашей погибели, порадуюсь, когда придет на вас ужас. Когда придет на вас ужас, как буря, и беда, как вихрь, принесется на вас. Когда постигнет вас скорбь и теснота. А почему скорбь и теснота? Потому что люди не знают, как все это... Потому что раз божественные не стремились к Богу, к знаниям Его, по Слову Божьему, оттуда. И когда приходят какие-то бедствия, то есть Господь попускает все это, и как вот он говорил в притче-то, да? Притчи приводил в Евангелии, что если основание будет на песке, то что-то польются реки там. Как... Нет, когда пошел дождь, да, полили, разлились реки, да. И так как основание было на песке, да, то его смыло все. Дом рухнул, да. Да, не устоял. Да, потому что не на камне было основано. Зато, так, тогда будут звать меня, угу, и я не услышу. С утра будут искать меня, и не найдут меня. За то, что они возненавидели знания и не избрали себе, и не избрали для себя страха Господня. Не приняли совета моего, презрели все обличения мои. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Потому что упорство невеж убьет их, и беспечность глупцов погубит их. А слышащий меня будет жить безопасно и спокойно, не страшась зла. Так на площадях и так далее, как мы это узнаем? Откуда? Там проповедовали или как раньше ходили? Ну, я так думаю, что это же разговор идет об иудейских, это же не говорится о дамасских каком-нибудь. В главных местах собраний проповедуют. Да, то есть это еврейское общество. Да, были мудрецы, которым Господь давал эту мудрость, премудрость свою. А я думаю, книги царства тут уже прошли? Прошли. А в книге царства у нас только появляются, а даже раньше еще, в Неемии уже, и ездили, появляются синагоги. Синагоги – это школа. Школа писания, изучение писания. А больше, так скажем, школа изучения жизни по Богу. По Бозе, как у нас любят говорить. Школа изучения жизни. Потому что вот, говорят, самый грамотный народ был иудейский в древности. Почему? Ни одного иудея не было безграмотным. Почему? С молодых ногтей, еще самый маленький, ему уже начинали показывать Слово Божие. Они уже буковки смотрели. У других народов, он викинги. Их запомнили только потому, этих викингов. Они грабили 4 века европейские города, европейские страны, Францию, Англию, дошли до Византии, представляешь? Это с 8 века по 1200 век они грабили. И, говорит, не оставили по себе ничего. Сейчас только раскопки делают, находят какие-то там шлемы там с рогами. Про них, а почему неизвестно? Не было письменности. И оставили по себе подлую память только, когда убивали христиан. Монахов, монастыри грабили, все это. Они как раз попали в самый расцвет православия. Ну, да, православие тогда еще было. Убивали и убивали. Покоя от них не было. Это бич был для христиан. Для нас. Боже. А ничего не оставили по себе. Почему? Не было письменности. У евреев всегда была письменность. Сейчас кто-то там смеет начинать говорить, что да, это Библия, она не самая поздняя там книга. Там что-то придумано, было еще позднее какие-то там письмена были. Ну где они, эти письмена? Есть такие письмена, там, руны, но их никто не может расколдовать, что это такое. Вот сейчас, вот, брат, ты говорил о детях, немножко перебью, извини. Я вот ехал недавно, ну как недавно, даже, мне кажется, в том году еще, и ехал в автобусе, и женщина сидит с ребенком, а я рядом сижу, и она посадила ребенка рядом, а та что-то закапризничала, девочка лет так 5, наверное. Она так вот, сейчас скажу дяденьке, и на меня показывает его. Ну, видишь, что ты с бородой, да, строгий, значит. Да, да, да. Я поворачиваюсь, говорю, женщина, говорю, неправда, говорю. Вы должны свой собственный авторитет, говорю, устанавливать. Потому что Господь заповедал, говорю, почитай отца твоего и мать твою, говорю. Да долгоденственны будут, да, дни твои, да, на земле. Если вы, говорю, это ребенку вложить, вот этот страх Божий перед Богом, чтобы он не грешил, потому что это заповедь, чтобы не нарушал он эту заповедь, тогда он будет вас слушаться. А так, я говорю, я вышел сейчас, и нет меня, говорю, и все. И он понимает, что вы его очередной раз обманули просто, вот и все. Да. То есть они сами себе, они даже не понимают, что это обман идет. А ребенок... Замечательное рассуждение, да, и в точку. Начало мудрости – страх Господень. Вот почему детей надо научать именно, чтобы он ходил в страхе Божьем перед
Богом самим, то есть не перед людьми, человеческими глазами. А, перед... а страх Господень, значит, нужно показать Господа ему. А какой Господь? Вот там говорят, детская Библия, совершенно неправильно. Не надо детскую Библию, нужно Библию брать сразу и все. Хотите с картинками? Показывайте тогда картинки просто и все, из этой детской Библии. А читайте настоящую Библию. Да. Настоящую Библию читайте, не надо никаких пересказов. Я пытался вести занятия у детей, пересказы на Библии. Ну, это совершенно беззубая вещь, когда чужие слова повторяешь. А когда ты Слово Божие говоришь, и они еще задают вопросы, вот это радость тогда. Ну, к сожалению, это практически не бывает. Дети вопросы не задают, потому что веры искренней еще нету. Да и понятия веры еще их не достигает. Но ты видишь, у тебя сейчас это Енаф это живет друга? Чего, какие-то беседы ты вел? Ну, мы когда, да, молимся, когда тут это, читаем Слово Божие, тут, потом этот, читаем к открытым окам, и там уже вопросы разобраны. Пытаемся как бы ответить на них сами, и потом ответы найти, значит, там места писания, там, ну, такие рассуждения, да. Ну, понемногу, конечно, я тут занятия не провожу. Да это понятно. Между делом, ты говоришь. Между делом. Если бы она была, дочь у меня тут постоянно бы была, тогда бы и занятия получались. А так как люди приходят, уходят, ну, девочки у меня жили, так я с ними беседовал только по бытовой. Ну, иногда, редко бывало что-то о духовном беседе. Потому что ну, вопросов нету и нету. Ну, я хочу сказать, что я какие вопросы задаю? О знаниях, хотя бы знаниях, таких элементарных знаниях. Я им вопросы задавал о истории, о географии. Самое простое. Но они сначала мне не отвечали. А вот уже сюда, ближе, я, видать, я так понял, их немножко побудил открывать хотя бы там какие-то учебники. Или получше всматриваться. И уже спрашивал, уже начинает рассказывать мне, где что находится. Ну, чаще всего как бывает? Ты выучил, учителю эти знания сдал, на уроке пятерку получил и все. Как батюшки грехи. Да. Пришел, сдал. Довольно уже. И все забыл сразу, что ты верующий. Что ты ученик. Что ты ученик еще, что надо дальше учиться продолжать. Да, всю жизнь ученик. Почему люди очень плохо цифры запоминают? Вроде там даже события запоминают, все, а цифры плохо запоминают. А ведь в цифрах великая важность находится. Мы же можем все перепутать. Если цифру неправильно скажем и не туда историю поставим, мы тогда запутаемся просто. Мы не можем Вторую мировую войну с Гитлером поставить на место Первую мировую после Гитлера. Никак. Почему? Это последовательность. 14-й год, а потом 39-й. Последовательность. Она идет так. Вывод из этого это. А Первая мировая к чему привела? А там другая была война. Еще 12-го года была мощь. Еще 55, 53, 56 год была война с Россией. Это уже там считается нулевая мировая. Ее никто просто не знает. Когда в Крыму великий хирург Пирогов впервые анестезию применил. Спас тысячи, десятки тысяч человек от ранений, не без ампутации и так далее. Но это такие приятные. Ну, война на самом деле. А там дальше было 12-го года. Ну как, не только 12-го, наполеоновские войны там много было. Там дальше войны. Мы тут периодами проследим. И все время войны. И это первая война. Каин убил Авеля. Вот она пошла, эта война. Пошла. И достигла нас сейчас. Прошло 7500. 19 плюс 8. 527 лет прошло. Все вот эти войны настигают нас. Все, как сатана на ухо сказал Каину. Че, он ему Бога лучше он прославил, чем ты. Ну-ка, давай его долбани. И так мы друг друга долбим. И никак не можем остановиться. Потом этот стих Писания там есть. Вот сейчас я его зачитаю. И даже великое православие не смогло остановить эту бойню. А наоборот, смотрим, только приди к священникам и спроси вашему сыну, там нужно служить или нет в армии. Или в милиции. Ну, говорят, конечно, защитник Отечества, великий человек. Вот Бытие 4 глава, 6-7 стих. «И сказал Господь Бог Каину, почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое?» Ну, то есть чистая зависть. «Если делаешь доброе, то не поднимаешь ли лица? А если не делаешь доброго, то у дверей грех лежит. Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». И вот гляди, когда человек молится,
когда вот молимся, ну, Игнатьевич, воздеяние рук твоих, прими, воздеяние рук наших, как молитву. И вот мы и вверх поднимаем лицо. У нас же нет, что руки подняли, а голову туда стараемся. А голову мы опускаем, когда на исповеди. Или когда Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, это вот Иисусова молитва. У нас православие только в Иисусовой молитве. Только тебе покаяние, покаяние, покаяние. А поднять лицо и прославить Господа за то, что Он хотя бы дал это покаяние тебе. Тут не поднимай, тут тюха. Быстро туда опять за камень, чик, спрячься, норку. А сам в это время гребет, гребет, гребет. Никто же не видит, они все там То каются. Есть все время нас склоняют к земле, а не к небе. Да, все время в землю. А к небу подняться, прославить Господа, чтобы Господь еще больше тебе сил дал, укрепил тебя в этой страшной войне с сатаной, в которой нужно побеждать. Нельзя там бороться с ним. С ним бороться бесполезно. Это самый хитрый дух. Как он этого, корреспондент этого, подкупил? Раз сигарету засунул пальцем, чуть-чуть прикурил от пальца. Да, это мы сделали. Прикурил от пальца, только, какое восхищение. Ну, прям великое восхищение. Еще бы взял просто и напился перед ним, просто так глотая воздух. И тут же пьяный упал. Вообще было здорово, да? Для курях этих. А все призрачно, это же все призрачно. Это ненужное для спасения, для вечной жизни ненужное. Мне интересно, Господь сотворил этого великого первого ангела, носителя света. Назвал-то еще Люцифер, носитель света. Или носимый на свете, что-то такое. Ну, все равно великое, сын зари. То есть первый такой, как восходит солнце, все радуются, что солнце взошло. И получился такой весенняк. Вот я еще это хотел. Тут видишь, от чего поникло лицо, то есть он вниз начал смотреть все время. А еще есть местописание, сейчас не помню какого, ну, наверное, скорее всего, Соломона или Сирахова, что праведник, что-то у него ресницы иди подняты, ресницы или веки подняты, ресницы вроде, что он прямо смотрит, то есть открыто. Ну, открытым оком, можно сказать. Да, да, то есть он как бы... Правда, интересно, открытым оком говорил тот, кто потом впоследствии пал. Ну, Господь дал ему эти силы сказать, что нужно смотреть открытым оком, увидел звезду, которая придет и остановится над там, тем местом, где спасение будет. И вот тебе здравствуйте, и пал. В очередной раз говорит, что не гордись, но бойся, говорится, да. Да. Бодрствовать надо. Так, ну вот, как бы мы тут спели, прославили Господа. Да, кстати, мы же на этом остановились. На премудрости. Что, на премудрости, что премудрость, что она о знаниях говорит. То есть знания, мы видим, что знания необходимы Священного Писания. Они необходимы. Да. А вот знания, общие знания, они надбивают. И это понятно. Вот этот Хопкинс-то, профессор такой, который в коляске все ездит, скрученный. Господь его недаром так скрючил. Он же должен был развернуться, когда Христа призвать. А он так Христа и не призвал. Так до конца неверующими остался. Некоторые так на него и некоторые ссылаются. Да, некоторые на него так ссылаются. Вот какой профессор, великий и так далее. Ну, к сожалению, я еще не добрался до его великости, что он великого сотворил такого. Как царь Давид говорит... Неужели он больше, чем Менделеев сотворил? Или царь, Ньютон? Царь Давид говорит в своих псалтире, что говорит, позавидовал безумно, доколе не вошел в святилище, не уразумел конца их. То есть, каков конец этих нечестивцев. Ну как, такой, главное, скрученный, ты же потом расправишься, а вот он стоит пред Христом расправленный уже, не скрученный, ничего, и стоит, и что, и полная растерянность в глазах. Так ты же всю вселенную в себя вобрал знаниями. А Господь говорит, если ты приобретешь все, весь мир, но душе своей повредишь, какой выкуп, и да и кому ты отдашь за душу свою? Выкуп какой? Ты, чтобы душу обратно отправить, наставить на путь истинный, который Господь тебе давал. Им идти. А ведь ты мог каяться все время, просить Господа, Господи, почему? Как этот, есть такая притча очень известная, православные любят, когда Господь там проходит мимо, там подает подаяние, там все там исцеляет, и вдруг один сидит без рук, без ног, и там его кормят, все, и он сидит жалостный такой, и там взывает, просит, все, и Христос мимо него проходит. Ну, это притча такая. Ну и потом Петр подходит, Господи, почему ты там тем давал, там у них там, ну как бы и не видно было, что они какие-то калеки. А этому, который такой, ничего не исцелил, ничего, хоть бы руку одну дал ему. И он говорит, потому что, говорит, если бы пришло время его, и было бы, он был бы при всем, даже с одной рукой, он бы разрушил весь мир. Ну как бы так, ну понятно, да, становится уже в чем дело.
Вот Гитлер бы не родился, Сталин бы, Ленин бы не родился, и что, не было бы ничего, да? Но нет, они родились. Почему? Пришло такое нужное время, когда народ, который преисполнил уже чашу гнева, он должен был исчезнуть, как эти семь племен в Палестине, в земле обетованной. Что бы ни случилось, говорит, всех убивайте. Ну, как эти вот израильтяне, вышедшие из египетского рабства. Израильтяне. А что израильтяне? Ты бы хотел что сказать? Ну, в пустыне положил-то Господь, сколько их тысяч. А, что ты имеешь в виду этих наказания да. За то, что они не приняли закона. Да, 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 да. Здесь самих израильтян наказал. Сначала наказал, кстати, израильтян. Сначала рабством их страшно наказал. Такое множество дал вроде бы. Почему его запили? Да, его запили они от работы непосильной. 430 лет были в рабстве. Да, ну и наша страна к тому же пришла. И то, что вот была война, нужно к этому так и относиться. К Первой мировой войне так нужно и относиться. Начало положила война с Наполеоном еще, что что-то не то в стране уже, что-то не то. И вот столетия длилось опять войны, войны, и все время Россию кнокали, кнокали. Там это была одна с Францией, с Турцией, с Англией, опять с Турцией. Потом с немцами, с этими, с австрияками. Ну, то есть, понятно, весь мир уже против тебя. Но я думаю, что перед этим Господь все-таки посылал своих пророков. Япония даже, до японцев добрались. Японцы вообще у них там одни мечи были. Нет, они победили Россию. Бог дал же победить. Такой флот могучий был. Это в каком году? 1904-1905, когда Япония выиграла. Потопила два флота могучих тихоокеанских. Цусиме. Цусимское сражение знаменитое. 130 там военных кораблей. Представляешь? А сами там потеряли там 17 что ли всего. По полной программе был разгром. Так началась революция. Два года революция длилась в России. Подумали, царь слаб. Революционеры можно сбросить. Казаки помогли. Тогда казаки, да, выступили за царя-батюшку. Ну и все это потом, конечно, обернулось. Это кровушка пролитая. А что нужно было делать-то? Что нужно было делать людям? С самого начала, во-первых, довольствоваться тем, что у тебя есть. По труду, по твоему. А ведь если ты трудишься, и никто к тебе не пристает, потому что ты действуешь по закону, который Христос сказал, поступайте с людьми так же, как вы хотите, чтобы поступали с вами, тогда твой труд бы тебя и вознаграждал. А так ты хоть сколько можешь трудиться, если ты кого-то обманываешь, то и тебя также будут обманывать. Уже тут, как говорится, порочный круг замкнутый. Никак не выбраться. Все, опара у меня подошла. Так, ты сейчас будешь подмешивать. Да, да, буду подмешивать. Ага. Ты не забудь этот, какой-нибудь фартучек одеть, а? Ага. Давай-ка я тебе сейчас фартучек поищу. Где-то тут у нас фартучки. Ну ладно, в принципе, на этом заканчиваем пока. Потом, даст Бог, продолжим. Так, это сумка. Что тут сумка делает? Слушай, брат, вот фарточка тут.